Сообщение о возгорании в одном из домов по улице Победы поступило около половины пятого. По прибытию первого подразделения было обнаружено открытое горение балкона. В результате пожара огнем был поврежден балкон, мебель и окно зала. Во время тушения с подъезда было эвакуировано 25 человек. Погибших и пострадавших нет. Материальный ущерб составил 50 тысяч рублей. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.